Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 46. Сделаем D, E. Найдем значение выражения. D. Первое действие. 17 сотых отнять 1 десятую. Наименьший общий знаменатель 100. Дополнительный множитель ко второй дроби 10. Получаем числители 17 минус 10. А это будет 7 сотых. А теперь второе действие. Деление. 7 сотых разделить на 10. По правилу деления 7 сотых будем умножать на 1 десятую, то есть 10 перейдет в знаменатель. Сократить ничего нельзя, получаем 7 тысячных. Записываем ответ. Равно 7 тысячных. Е. Первое действие. В числителе 1 четвертая плюс 2 третьих. Наименьший общий знаменатель 12. Дополнительный множитель к первой дроби 3. Ко второй дроби 4. Получаем 3 плюс 8. А это равно 11 двенадцатых. Второе действие. В знаменателе 2 минус 1 шестая. А это равно 1,6 шестых. Занимаем у двоечки единичку. И единичку представляем в виде дроби со знаменателем 6. 6 шестых. Получаем 1,5 шестых. Давайте сразу превратим неправильную дробь. Это будет 11 шестых, потому что третье и последнее действие будет деление дроби на дробь. То, что получилось в числителе 11 двенадцатых, надо разделить на то, что получилось в знаменателе 11 шестых. Деление заменяем умножением. 11 двенадцатых будем умножать на 6 одиннадцатых. 11 и 11 можно сократить на 11. И 6 и 12 можно сократить на 6. Получаем числители 1 в знаменателе 2. Итак, ответ 1 вторая. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.